Это у нас получается стена, которая будет в шкафу, и мы должны закрыть батарею, правильно? Вот, смотри. Ставишь, где-то отступаешь на сколько у тебя гипс отходит от стены, до стены, вот меряешь, смотри, сколько у тебя, 4,5 сантиметра, да, где-то отходит там. Ну и плюс гипсокартон. Вот, профиль ставишь где-то на 4 сантиметра. Ставишь, чтобы он не упирался в трубу. Понял? Чтоб не касался. Вот смотри. Вот 4 сантиметра. 4 ставишь. Профиль. И как раз у тебя будет зазор между трубой и гипсокартоном. Понял? А как его прикручивать, например, направляющую? Ты ставишь пешки здесь. Просто пешки, по пешкам? Да. Пешки ставишь здесь. У тебя где будет стена, выходите вот отвесом. Отмеряешь. Отвесом, понял? Вот смотри, где у тебя будет стена идти, вот, допустим. Ну, вот докуда вот ты будешь делать там. Вот сколько у тебя там. Ты хочешь сделать до сюда, да? Ну да, чтобы она заканчивалась как раз по дверному праву. Ну, там вступать надо тоже, вот там. Считай, там минус гипсокартон. Сейчас я тебе скажу. Точно. 94, нет, там, допустим. 94 сантиметра. Вот, и делаешь по этой линии, закрываешь тоже гипсом, заклеиваешь этот. А что у тебя здесь? Дерево. Это дерево? Брус. Ну, он так и будет чисто. Ну, вот я же тебе говорю, 94 делаешь сантиметра. Слышишь, а стену эту... запасом. Стену эту отдельно делать или полностью, как бы, я делаю сначала вот эту всю? Полностью. А потом уже отступаю и делаю, да, эти, да, перегородки уже, да? Я же тебе сказал. Фальстены вот эти. То есть сначала делаю левую, правую, да, а потом уже фальстены. Смотри, ты берешь себе для шкафа, понял? Вот когда для шкафа, вот именно шкаф от гаража. Там, ладно, уже, ну, там другая ситуация там. Ты именно делаешь шкаф, понял, себе? Вот смотри, вот получается у тебя отходит отсюда три... Три с половиной сантиметра. Оттуда полтора. Ну да. Понял. Ты можешь профиль поставить просто тупо вот здесь. Вот смотри. Сейчас идет. Это 27 у нас. Я знаю. А здесь будет идти экономный, ты понял? Я знаю. Или это для примера, да, сейчас? Да, я тебе покажу просто, как поставить. Ты прикручишь эконом профиль. Да, эконом. Эконом полтора, понял? Вот это. Можешь прикрутить его сюда, вот. Вот так вот, понял? По всей длине. Выставить по уровню его, понял? Ну вот смотри, я тебе покажу даже. Берешь, когда целый профиль ставишь. Целый профиль. Так, разрезаешь. Отгибаешь вот так вот. Отгибаешь. И вот так, где саморезы, через каждые 20 сантиметров, понял? Вот когда профиль поставишь, понял? Отгибаешь, можешь сделать его вот так, впритык. Ну, тебе надо будет откос сделать. Но есть факт один, смотри. У тебя лутка идет вот здесь. Отступаешь отсюда, где карандаш. Отсюда отступаешь 1,2. Насколько? Это ты будешь профиль вкручивать в лутку прямо. Понял? Смотри. Вот 1,2 отступаешь отсюда.
И как раз гипсокартон четко попадает у тебя с лудкой. Понял? Хорошо, понял. Смотри, вот идет у тебя. Смотри, вот профиль. Крутим сюда гипс. Вот, я прикручу профиль. Вот. Ты понял? Угу. Разрезал его. Закрутил сюда. Через 20 сантиметров опять. Надрезал то же самое. Угу. Закрутил. Потом загнул его. Понял? Сверху него гипсокартон. Накладываешь, понял? Угу. Понял? Вот. Чтоб он четко попал. Вот, я же тебе говорю, отметил. Вот. Угу. Один и два. Вот. И он как раз подходит четко в лудку в эту. Угу. Подойдет. Понял? Равномерно.